Всем привет! С вами дядя Володя Страшный и Kia Venga. Сегодня плюс 2. И вот решил, после длительной стоянки этого авто, стоит оно с осени, надо его завести, попытаться. Потому что аккумулятор здесь с Гулькинху чуть больше. Вот. И значит, на Урале примерно такой аккумулятор, какой здесь стоит, микроскопический. И сейчас посмотрим, жив ли он, заведется ли она. Ну, думаю, прогреть, завести, это планы. И переехать там сантиметров на 30, чтобы колеса квадратные не стали. Ну, вот такие планы. В кармане у меня типа брелок, здесь бесключевой доступ. Жмем судоль. Вроде как открылась, примерзшая была. Пытаемся тут. Кто-то там стреляет. Сейчас я немножко отвлекусь, и мы с вами встретимся снова. Итак, остановились мы на этой ручке. В моей руке вот тряпочка, немножко с локом. Это я пыльцу потом протру на панели. Ну что, открываем. Примерзла дверь, видите. Нужно будет. Ох, ни хрена себе. Может быть, горячей воды придется выносить. Вот так, ребята, где-нибудь оставите. И потом попробуй, попади в машину. Так, ну-ка, закрыть. Закрыл. О! А, ребята, вот я тупил. Вот прикиньте, вот сейчас вы увидели очень большую мою тупость. То есть тогда я открыл кнопкой, разблокировал замок, но дверь не открыл. И пока я уходил, дверь закрыла, ну, снова замки заблокировались. В течение 40 секунд, тут, по-моему, функция эта, если дверь не открываешь, блокируется. Ну вот, увидели, как оно бывает. Ну, тут немножко грязно. Сейчас мы это кинем судой. Что? Милости просим. Вовнутри. О, когда-то я забыл закрыть, когда ездил. Так оно и есть. Так. Забираемся. Вот мы и внутри. Будем пытаться. Парковка. Ручник. Жмем тормоз. Жмем кнопку старта. О, слышали она? У меня даже лучше получилось. Музон сразу заработал. Музон мы выключим. Он нам не нужен. Вовсе. Нужна будет музыка. Мы наложим сверху. Ютубовской какой-нибудь. Ну что, завелась. Прогревается она очень быстро. Моментательно. Ну, немножко прибрались. Немножечко прибрались. Сейчас включим печку. А печка включена, кстати. 25 на малые обороты. Вот так обороты добавляются, вот так убавляются. В общем, все. А, давайте включим подогрев чего? Руль подогрев не будем включать. Сидений тоже не будем. Включим. Тут где-то подогрев. Вот это. Типа зеркал из заднего стекла. Но я не читал книжку по ней. Я же вам рассказывал, что я не читал, что вот так вот подголовники регулируются. Видите? Много таких тонкостей, которые вроде ты думаешь, что ты умный, прожил полвека. А за полвека придумали столько всего, что ты уже давно не умный. Давно дурак. Вот эта функция. Вот это я с ключом вышел из машины. Вот этот звук вы слышите. Так, зеркальце. Так, тут тоже, видите, греется. И это зеркало сразу оттаяло. А, еще тут подогрев должен быть. Под дворниками.
посмотрим, оттает ли там что-либо. Ну вот так, не отходя далеко, нашел бардачки у себя вот такой, это пробник, не то не пробник, Джоур де Йотте, Йотте, Яу де Туалетте, Капуччи, Париж. Ну, такой приятный, ой, приятный запах. Что, откроем заднюю дверь. Ой, сколько тут грязи намело. Видите, это грязь. Грязь, пыль, что со снегом была. Сейчас я это все протру, уберу. Так, вот эта штука при жаре выскакивает. При сильной. А так ей место вот там. Сейчас покажу. Вот так она расположена здесь. Это третий ремень для среднего пассажира. Ну что, всем спасибо, всем пока. До новых встреч.